Так, первые метры. Надо запечатлеть. Да. Первые метры. Впереди 500 км еще. Ничего. Надо было где-то переночевать. Потихоньку доедем. Да, сейчас разберемся там в процессе уже. Ладно. Начать движение. Макс сзади. Дороги у вас тут неровные. У нас тоже, правда, похоже. Это частность. Да, тут не считается, да? А что, в городе подделали, нет? А что там будет подделать? Лучше, да? Ну, вы сегодня ехали. Ну да, более-менее. И он, видите, как автобус. Ага, под мост. Ответный. Так, летим. Конкретно. Макс. Крутоватенько. Макс сзади. Да не, ну грузовики же ездят. Отбойник, правда, тут попало ему. А вон ветер погнул где-то. Ну я же говорю. Целый день. На рассвете стартанули, на закате опять стартанули. Вот такую бы. Шух. Все поставил. Да мы ж дольше копали и откапывали, чем... Ну, привязывали там сколько, ну, полчаса в сумме, там, может, чуть дольше. И вон он, Макс, летит. Такой красивый старт на Киев. Макс сзади. Все темнеет. Почти ночь. За час проехали, пока немного. Да, вот это нам не скучно. Дорога тут, конечно, мрак. Ямы местами. Днем так было не весело. Сейчас в потемках вообще будет жестко. Показывает уровень полный бак. Ха-ха. Макс говорит. В желтом заправили полный бак. Получается, там был какой-то бензин. Мы еще заправили там литров, наверное, 6-7. И сейчас вот сколько? 26. Да, получается, что-то было. Это еще он на старом бензине. Там, ну, мы разбавили чуть-чуть. Так а что же мы там разбавили? Сейчас я вам скажу, мы литров 7 залили. Мы же горбуна залили чуть-чуть. Литров 6 мы залили где-то. 26 зашло. 8 литров там было, получается. По расчетам, так если. То есть мы больше половины было старого, 10-летнего. И все равно он завелся и работал. Машина новая есть, новая, конечно, ну почти новая. Хорошо работает. Единственное, с генератором непонятно пока, но пока едем. Макс говорит, все время прямо теперь, ну, пока не упремся в конец дороги. Как валит вообще просто в лучах заката. Хрен догонишь. Даже с V8. Там V4 в два раза меньше. Макс дубасит, хрен догонишь. 80. 5, 90, тут еще спидометр занижает, кстати, это уже сейчас
больше 92 где-то сейчас по навигации. Смотрите, как валит. Да, четкий аппарат. И тут Range Rover нас обошел. Такие опасные клумбы, смотрите, сделали дорогу и прямо, и клумба загородили. Короче, люди там, кто-то прямо ехал, кто-то криво. В общем, Макс говорит, такие аварии жесткие тут, говорит, постоянно. Хотя по загрузке машин немного. Ну, может, это сейчас так, пятница вечер. Километраж, короче, что попало, было 112, стало 119. Это у нас стабильная тема. Так, все, друзья, дорога закончилась нормальная. Теперь начинается экшен. Крас, кстати, нас обгонял, наверное, он. Так, мы по неоткрытой еще трассе лупанули, резанули по хорошей дороге, но теперь 100 километров. А утром мы ехали тут нормально. Вот это жестяк. А у нас лопаты нету. Вот вам и экшен на ровном месте. Резанули, но не очень. Блин, этот с лафетом не перепрыгнем. Тупо перерыли просто брустверно. Накопали, чтобы не ездили. Да, вот это номер. Не перекопали. Просто насыпали кусок горы. Как, сука, переехать? Бля, может попробовать на Discovery, конечно. Так, Макс пошел объезд искать. Сейчас найдет дорогу, я думаю. Пошел, видите, это для таких хитрых, как мы. Чтобы не объезжали. Это мы с утра тут ехали, был нормальный проезд. Вот и все. Ну что, Руслан, два варианта. Или сейчас вот сюда вот заехать. Сзади машина подъезжает сейчас. Что они там будут думать? Пошел в разведку. Ну, вроде есть там объездил. Не, надо пробовать прямо раскатать. Прямо, говорит, надо пробовать. Да, вот вам отсутствие лопаты. Она бы нам сейчас не помешала, конечно. Сейчас будет экшен. Сейчас попробуем проехать. Давай я. Да, ты давай. Такой сюрпризик. Не, ямы нету. Просто на песочка насыпали. Песочка, ну да. Тю, неприятно как. Так, Макс, поехал. Ну, назад теперь. Попробивай его так. Ну да, вот это да, чуть-чуть пробить. Что там, горбуны на месте? Туда проедем, да? А? Это на этой проедем. Ну, на этой да. Ну, ту перетянем. А если один раз это, а другой чуть-чуть сместить, а колею, как колею, чтобы продавить, Макс, узкий, да, чтобы, да, да, давай правильно, да. Тут выше с этой стороны, давай назад. Ну да, там блок, лебедка есть, оттянули. Там мы
как-то ехали там. Кто-то писал поперек и вообще без опознавательных знаков, так мы еле-еле его объехали. А, не видно было, да? Не видно вообще, выезжаешь, вот дорога, начался шлак, буквально там метров 200. И бетон вот лежит просто, не нарисовано ни одной полосы. Вообще, ну, небольшая была скорость, но все равно. Да, теперь левее можно пробовать уже, наверное. Не, когда если да, назад и... Не, Макс. О, а теперь руль. Руль вправо и назад, вправо, да. И назад, да, еще, чтобы оно его просадит. Что, пробуешь? Нет? Нет. Да, переезжай. Повис. Что лафет скажет? Главное лафет, да. Тяни потихоньку. Оно там потихоньку. Потихоньку, Макс. Эх, блин. Еще. Ёлки-палки. Да, ему оно. Перетянул сейчас. Да, ему... Лафетом разровняем. Ну тут только да. Ну, нормально. Видишь, смотри, какой... нормальный экшен. Нормально получилось, слушай, точно, вообще как. Ну теперь уже мы вам проровняли теперь. А вы на чем? Да. Более-менее ничего вроде. Тут номер на месте. Горбуном. Сейчас мы на Запорожце еще проедем. Да, вот так, друзья, было непросто. Чуть-чуть мы тут тиранули, но все целенькое, ничего. Вопросов нету. Хотели нас остановить, конечно, вот этой кучкой. Сейчас ребята на Уна. Да, я думаю, проедет, наверное. Запорожец так точно. Как он резко. Резко берет газ. Да, чуть левее можно. Ну так ходом, ну без фанатизма. Да. Запорожцу вообще. Да, машина. Я помню, с песка как-то. Он сам. Так. Ну что, давай. Что у вас? Уна? Да. Теперь Уна против Запорожца. Да. Ночной оффроуд. Ночной, да. Скажешь, Сереге позвони, скажи спасибо, что поднял ее. Только... Так, давай потихоньку. Так, назад. Уна, сложнее. Надо, может, под углом зайти чуть-чуть, да, зайти, да, Макс? Под углом, да. Ну, да. Вот эту ногами чуть. А, вот, смотрите, вот тут продавлено, вот ниже. Вот сюда колесом. Тут вроде ниже, да. Давай. Да, да. И не менжуйся, давай, активно. Еще раз, дочек. Не, немножко, блин, конечно. Дай вот так, смотри, дай, чтобы жопа стояла, смотрела на меня, и вот так вот туда. Туда есть. Вот, вот так. Да. О, теперь давай. Ходом, там кубком. Сильнее. Ладно, перетолкнем. Я говорю, надо было. Да, надо было. Да не, лучше назад, потому что... Чего? Давай назад. Так не, так что назад? Вперед протолкнем уже. Руслан, очень далеко еще дальше. Вы думаете? Давай попробуем. Тебе надо было встать ко мне назад. Давайте назад пробуйте. Посмотрите, совсем немного газу, совсем немного. Давай.
чтобы колеса еле-еле пробуксовывали. Давай. Да, идет, да. Чуть газу больше. Да не. Может, слышишь, за зад прип... Макс. Ко мне с жопой, да. Есть, тропа есть. Вот если бы ты встала ко мне жопой, вот так. Да нет, чуть-чуть надо было газу больше немножко в конце. Оно перепрыгнули. Не, висит. Пробуй назад. Вот в таком положении колеса. Это уже проще вперед. Как он звучит. Нам чуть-чуть не хватило. Эти люди прекрасные, которые нам устроили приключения, там смотрят сдалека, наверное. Ну ладно. Да нормально. И вон уже едет помощь. Давай. А вы знали, что тут можно проехать? Да мы утром ехали тут. Вот тут скакали? Не было, нет, не было ничего. Еще чуть-чуть, Макс. Еще. А сейчас же там какая стропа? Не знаю. Не знаю. Куда в лафете цеплять? Посмотри там снизу, может. Что-то есть там. А, вот, Макс, стой. Можно вот сюда. Вот. Чем? Ну, шаклом. А туда? Ну, туда надо посмотреть. Вот, шаклом один. Не, я понял. Вот. Ну, тут хоть машина вот. Подготовленная. Блин, большая, наверное. Или не так ты хочешь? Да не, так хуже. Меньше надо что-то. Приехать на материк. Не, снизу. Что, вот не так? Так снизу, как я вставлял лучше. Подожди, как? Не, сейчас. Вот так? Не. Лучше. Вот так лучше. Надо. Мысли. И так, разверните ее поперек. Ну да. Так, приготовили? Руль ровно, наверное, поставь. Куда руль? Да, ровно, вправо руль. Да, вправо крутоните. Все, нормально. Так, Макс спасает. Да. Ёханый бабай. Все, спасли, короче. Не за что. Ну все, зато уже людям, уже следующим будет легче уже. Зато встали как надо. Да, так. Теперь мы уже, да. Ага. Запаска шо? Есть? Что? Да. Шипит? Да, есть. Камень где-то, наверное. А может, просто песок попал между диском и этим? Да? А назад? Пускает. А назад так же. На запас. А может, на только запас. С разгона. А, не, ну тут же можно объехать вообще. Так. Тут можно объехать. Вот там есть, ну правда, да, вот тут чуть дальше ужаснейшая дорога по объезду. Или через вот там трасса параллельная. Ставьте запаску, да и все. Ну да. Ладно, пока. Спасибо вам. А не за что. Так, у нас тут все. Макс, надо эту подтянуть чуть-чуть. Да вот эту мы не подтягивали. Я пробовал. Все, я подтянул. Да. Поехали. Все, счастливо. Есть пока. Да, есть. Все, пока. Блин, оффроуд нас нашел и здесь. Поехали. Что, ты первый давай, может? Полетели. Макс стартанул как на Феррари. Блин, насколько Запорожец, представляете, отличается пола. Проставки, говорят, стоят.
Ну что-то пилот немножко неопытный, но все равно сложно им было. Так, Цырчанку проехали, друзья. Тут все, дорога закончилась. Сплошной оффроуд просто. Ну, уже почти суббота. Это нормально. Просто ямы такие. Макс кричит в рацию: ого, а я провалился. Так, друзья, проехали километров 100, наверное. Чуть все, больше, может. Аккумулятор сел. Опа. Руслан, аккумулятор сел, блин, что ж делать, а? Блин, я тут перегорожу сейчас движение. Что, вообще сел, да? Ну да, блядь, вообще газ, сука, тупо в педаль газа в пол, блядь, и только тогда тухло, и вот я даже на первой не мог 40 км в час за тобой ехать. Ну протягивай, протягивай дальше, что ж делать, и даже не знаю, надо прикурить. Прикурить. Блин, а тут в горку мы его руками не затолкаем. Черт, блин, и надо было второй аккумулятор не взять. Черт. Сейчас я на горе стану. Подойду. Да, такие сюрпризы. Не очень радостно еще в таком месте. Блин. Генератор нормально не работает. Так, а где ж тут стать, елки-палки? Все узко. Сейчас вот сюда куда-то залезу. На самый край, ну вообще не очень место. Ну, так более-менее просматривается. Так, блин, еле донес, ручки нету. Подожди, там надо убрать лишнее, стой. Тут надо убрать лишнее. Это давай клемму. Плюс. Это у нас плюс. Плюс, плюс. Плюс наоборот надо, Макс, было. Да я понимаю. Я... Он так не достает? Это плюс? Я да. Не уверен. Пробую, оно не налезет, если. Плюс, плюс. Да. Фу, блин, стали а в таком это... месте. А это... Аккумулятор умер. Еле донес. Приключения наши вечные. Так. А это сейчас поставим назад туда. Чтобы заряжался? Да, да. И будем ехать. Тут у нас от журналов за рулем, да и бокситки, камеры, прибор какой-то. Покажи, какой прибор. Вы, короче, такой забарахолились конкретно просто. Такой, смотрите, какой прибор. Кто знает, напишите, что это. Что это за прибор? Что за прибор? Ну, какой-то интересный, древний. Смазки. Стой. Да это вообще жесть просто. Вези меня, блин, я уже ни рук, ни ног-то. Ну, разминку дал нормальную мне, слышишь? Разминку дал то, что надо. Сейчас. А тут тряпку убирай. Молотки, напильники, все прошло в комплекте. ВДшка только Макса. Техосмотры. Сейчас все прячем. Блин, как я шел тяжело и долго. Ты не представляешь, я уже... Хорошо, хоть ты... Все работает. Блин, как он стартует, слышишь? Охренеть можно. Тут можно обогнать его. Думаешь? Макс, Макс, блин, охренеть! Нет, стой! Ё-моё, блин! Куда я попал? Глянь, он режет слева, двери не закрыты. Подожди, это я все шел пешком. Как мне было сложно. Осторожно, он тебе мигает. Тут узко очень. И вон мы. Вон аж где я стою. За движуха или ничего. Стой, тут ямы, блин, по колено. Спереди станем. Так,
Стой, вот тут режь. Блин, вот туда давай дальше, дальше, да, вот сюда давай залазь. Все. А двери закрываются это, да? Да. То она тарабанила. Фиксаторы дверей, все работает. Все работает. Ой, приехали. Вот это приключение у нас. Давай, попадай. Даю. На. Блин, тот еле вынял, он там так плотно. В темноте же еще. Стой. Аварийку надо включить. Работает, кстати, аварийка у машины. Потому что ее сейчас переедут. И не будет у нас машины. Давай, я там положился. Он сейчас будет заряжаться, пока тот сядет, да, там 74-й, того на дольше хватит. Там сейчас нам бы доехать до центральной. Там-то можно ехать быстрее, да, и проблем не будет. Я уже несколько раз на ходу. Отдай ключ. И ты едь впереди, короче. Чтоб, если что, то будет. Так, смотрите, тут у нас скарб, сокровище по-русски. Макс завелся, пока держится все. Все, все на местах. Блин, а у тебя фары там светят? Где? На горбуне. О. Так, а шоу у тебя нету? Ну, был только что. Поехали там на ходу, я подергаю. Тут такая технология включения. Так, друзья, Макс теперь передо мной. В случае таких проблем, а вот мы уже чуть-чуть не доехали до нормального участка. Да, зарядки проблемы реально. Ее не было вообще сначала, потом мы ударили молотком. Там в предыдущих сериях посмотрите. Мы ударили молотком по генератору несколько раз. И она появилась. Причем появилась сначала хорошо, а потом все равно только на высоких оборотах. И вот Макс там едет с повышенными оборотами всю дорогу. Ну, то есть подкидывает третью, там, где можно на четвертой ехать, вторую, там, где на третьей. Уже в обороты выше и на максимальных. Ну, если бы днем ехали, конечно, было намного легче. И скорость была бы выше, и фары не надо включать, то есть дополнительная разрядка. Так, ну уже до Харьковской трассы, не знаю, километров 40, может меньше. Там уже, в принципе, полегче будет дорога без ям. Можно будет быстрее двигаться. Едем. Везем это. Три сокровища. Блин, это просто жесть, друзья, не дорога. Тут вон новая бетонка справа. Мы ее днем показывали. Толщина бетона такая вообще. Эти машинки, вот, которые кладут это все. А тут рядом просто... Мало того, что колея, но это ерунда. Ямы местами по колено. Такой довольно некороткий кусок этот. Но уже недалеко до цивилизации выйдем на трассу международного значения. Я думаю, будет полегче. Вон. Макс впереди. Прицепился за фурой. У него свет не очень. Ну и за фурой легче, конечно. Бесконечные объезды, переезды. Господи. Дороги нет. Руслан, что там, где спать не хочется? Все хорошо?
Да так, более-менее, да. Сейчас давай уже там доедем до цивилизации, там решим, что дальше. Нам тут еще припарковаться проблема с нашей длиной. Весело смотрится это все. Всем привет, друзья, утро. В ландровере бензонасос перестал работать, но на газу работает. Тут на холодную тоже как-то он поспали. Проснулись от холода, наверное, градусов 5. Уже Киев показывает 8, но тут реальный колотун от холода. Проснулись. Новый день, суббота. Уже 24 часа длится наше приключение. Машинки сзади. Участок проехали в темноте. Да, днем все повеселей. Все хорошо видно, дорожка ровная. Так, Макс что-то чуть отстал. Так, нас полиция остановила, Макс. Макс уже разговаривает. Они охреневшие такие. И его, и меня остановили. Ну как вам это зрелище? Вы подписаны на наш канал или нет? Какой канал? Offroad UA. Нет? Ну, не написано же на Запорожце, что это Offroad. Это жестяк. Это мы попутно с Offroad'ом еще у нас это. Запорожцы тоже на Offroad ездят. Загрузил ребят историями про деда. Про Запорожцы показал канал. Говорит, ладно, мужики, с Богом. Не вообще нормальные ребята. Не приставали. Так. Что, поехали? Что-то не хочет заводиться. Принудительно с газа. Газа завел. Ну, подудивились ребята, конечно, от этой движухи. Вон они. Вот это им теперь обсуждение разговоров. Короче, в Прилуки мы сегодня и на покатуху, наверное, не попадаем. А вот едут в Прилуки, наверное, ребята. Нас узнали. Митсубиши полноприводная. И бюджетов хватает, да? Да вообще просто асфальт. Такой слой. Идеально ровный. Строят дороги, конечно. Многие, я уже говорил, в регионах. Просто люди в шоке от того, что сделали дорогу, которой не было 20 лет.
и рейтинг Владимира. Из-за этого он просил так себя называть. Из-за этого растет. А скажи, зарядка того маленького аккумулятора идет на верхнем прикуривателе? Так, друзья, приняли решение. Сейчас паркуем автопоезд наш с машинками. И на желтом 30, там меньше 30 км в сторону, едем в Прилуки на Monster Trophy. Ну, сложно нам проехать, это такое мероприятие, ребята стараются. Серьезно, уже на серьезном уровне оно в прошлом году очень круто было. Кто не смотрел, зайдите, посмотрите. Monster Trophy 2020. Мы, кстати, даже участвовали в прошлом году, но не очень удачно. Сломали шрус. Витя был на БТРовских, ну, тоже такое было. Бессонная, напряженная подготовка. Езда туда-сюда, тоже две ночи не спали. Было жестко. А в этом году тоже интересно. Планируем ненадолго заскочить, показать вам этот экшен, этот контент. Там должно быть интересно. Ну и по-светлому успеть сегодня закончить все мероприятие, разгрузиться, нам еще лафет отогнать. В общем, работы еще на целый день сегодня. Дорога справа уже даже с разметкой готова к открытию. Я думаю, в ближайшие дни пустят. Эта сторона более-менее, в принципе, не так давно делали. Самое печальное, 20 километров нам, и мы на желтом летим в Прилуки. Самое печальное во всем этом, что быстро умирает дорога, перегружают машины. Ну и качество. Сейчас, конечно, уже по-взрослому тут очень сделано. Любое, правда, убивают. Когда сделано хорошо, надолго все равно хватает. Киев 158, ну да, Прилук 30-ка где-то. Вон легендарное место. Сейчас покажу ближе. Все его знают. Все выросшие в Советском Союзе. Да, конечно, сейчас начинает подрубливаться. Ну, рубить немножко косно. Тебя нет? Да, Макс. Макс сзади. Какого года фильм, напишите, снятый в Пирятине, 60-е где-то, наверное, как раз фильм «Возраста горбунов», которых мы везем. Вон эта башня известная, фильм «Королева бензоколонки». Сейчас я вам башню покажу, вон она на дальнем плане. Вот этот символ Пирятина, сколько лет. Да, тут культовое место. Культовый автомобиль сзади почти. Ну, на лафете точно. Да, вот эта башня. Тут, конечно, не бензоколонка есть. Тут королева бензоколонки была. Блин, яма одна. И я в нее попал. Да, вон АТП, это сейчас там место. На месте бензоколонки башня стоит. Церковь красивая какая. Так, ну сейчас будем стартовать уже на Прилуки. Тут совсем недалеко, сложно проехать мимо, сил немного осталось. За двое суток спали. Макс чуть больше, хотя он эти сутки мало спал, я больше спал, потому что ему сложнее заснуть. Он ту ночь спал больше. Хотя, говорит, теперь уже тяжеловато. Но я спал где-то в сумме часов 6 за двое суток.